Всем привет! На канале Sound Illumination. Очередной обзор на канале решил сделать. Купил наконец-то перчатки. Вот Black Hawk Cool Visa Shooting называется модель. И вот сегодня только как бы купил и сразу же решил сделать обзорчик, дабы поделиться с вами именно своими впечатлениями вообще от этой модели, потому что реально перчатки очень классные. Сейчас все по порядку расскажу. Вначале маленькую предысторию хотелось бы сказать, почему делаю сразу же обзор. Те, кто смотрит мои обзоры периодически, уже знают, что я люблю делать обзоры, когда уже протестирую чуть-чуть модель, чтобы полностью составить свое мнение о нем. О товаре. На этот раз сделаю сразу, потому что это уже вторая купленная мной пара. Первую пару я успешно потерял, вот, чтобы не выражаться, успешно потерял, там в такси, по-моему, забыл, не знаю, ну, потерял где-то, как бы, уже почти, больше, чем полугода я уже, как бы, без перчаток. Есть очень много моделей классных, там выпускают другие фирмы. Да, как бы присматривал и другие фирмы, но, честно говоря, ничего даже приблизительно не подходило мне так вот полностью, как вот эти вот перчаточки. Вот, потому как только появились еще денежки, сразу посмотрел, вот, и приобрел. Сразу же скажу, что когда вот высматривал, где купить, натолкнулся на такую маленькую проблему, не знаю, как это объяснить даже. Получается, везде, на всех сайтах по Украине полностью, прошустрил все полностью сайты, эти перчатки были только в двух размерах, или S, или XL. У меня же прошлый раз был размер M, то есть была у меня M-очка. Я именно искал М-ку, но их просто нету. Я не знаю, почему так. Может быть, просто производитель решил, что, ну, в принципе, S-ка нормально будет и на М-ку. Может быть, они не выпускают почему-то М-ки. Не знаю, почему так, но есть S-ка. Ну, она мне отлично подошла. Все почему? Потому что вот эта вот верхняя, как бы, вообще сама ткань перчаток, она отлично как бы тянется вообще полностью и по горизонтали, и по вертикали, то есть отличный стрейч вообще полностью. При том, как бы где надо, оно, ну, как бы где надо, оно нормально облегает, вот, не жмет ничего, где надо, наоборот, более сильнее прижимается, вот здесь вот более сильнее обжимает как бы вашу руку, то есть не пропускает холод. Вот, в общем, такая вот маленькая история. Вот, итак, Black Hawk Cool Visa Shooting перчатки вообще позиционируются как тактические, как бы, перчатки, то есть для там силовых подразделений, то есть для там спецназа, т.д. и т.п. Вот эти вот перчатки специально созданы изначально как тактические стрелковые перчатки в холодную пору года. То есть они отлично подходят на осень, на зиму, на весну. То есть летом нет, летом в них будет жарко, реально жарко. Особенно если будете активно двигаться, будет жарко. На остальные же времена года они будут отлично вообще согревать ваши руки. Вот это вот первый их большой, как бы, плюс, самый главный такой плюс. У меня, ну, я не знаю, ни одни перчатки, которые я покупал, я очень много покупал перчаток, и на службе очень много перчаток переносил, много перепробовал вообще моделей, много разных там модификаций, разные слои, разные ткани. Не греет у меня руку, реально не греет. Вот если там активно там двигаться, все остальное еще как ни шло. Если на месте как-то или просто там идти в минусовую погоду, руки тупо начинают мерзнуть, очень сильно мерзнуть. Ну, вообще никак. Это реально единственные перчатки, которые действительно согревают хорошо руку. Это, ну,
вот именно по своему личному опыту у меня, ну, не то чтобы проблема, но реально вот руки, ну, замерзают. Вот, кровообращение нормально, но есть такие люди, которых там руки постоянно мерзнут. Чтобы они там не одевали, какие рукавицы не одевали, все равно руки мерзнут при минусовой погоде. Вот у меня такая же тоже особенность организма. Эти перчатки отлично согревают, и в них всегда очень комфортно. Вот, за это отвечает вот это именно покрытие. Оно здесь идет просто такой приятный материал. Ну, не знаю, как показать, то есть показывал, что он тянется, все, а в середине есть флис, вот такой вот флис, сейчас наведется фокус чуть-чуть, вот, сейчас видно вот хорошо, вот такой вот флис, обычный флис, ничего такого нету там сверхъестественного, но он реально хорошо согревает руку, вот, это самое главное преимущество этих перчаток. Во-вторых, перчатки, да, они тактические, типа позиционируются как, ну, там, чуть ли не военные, все, но они отлично подходят под любой, ну, стиль там одежды. То есть у них нету там, допустим, там здесь, как в многих перчатках, здесь вот пластиковая такая вставка, там защита для косточек. У них нет там разных обтяжек, там они не как механиксы, там полностью там поделаны с этими всеми пластиковыми вставками. Все обычные перчаточки. Вот здесь вот только в середине такая вот гелевая вставочка. То есть идет для более как бы лучшей, ну, цепкости к поверхностям разным. Вот. Второе, что хорошо в этих перчатках, это как бы их длина. То есть они не коротенькие, допустим, да, то есть до, ну, до окончания кисти и все. Они реально заходят дальше, то есть под полы любой из вашей там курток. Вот, они заходят под низ и отлично, то есть предохраняют от температуры. То есть, ну, нету такого, что, допустим, вы там руку согнули чуть-чуть, здесь закрыто, здесь открыто, начинает мерзнуть. Такого нету. Вот. Для некоторых это может быть будет маленький минус, потому что, ну, если, допустим, у вас часы или там браслет, то есть будет чуть-чуть мешать. Но для меня это вообще не создает никакого дискомфорта. Часы я просто одеваю сверху, вот, ну, как бы одеваю перчатку, одеваю сверху часы, и отлично как бы все чувствуется нормально, никаких там нету неудобств в этом плане. Вот, вот такой вот как бы предусмотрен Fastex, или как, не знаю, как это назвать. Ну, то есть хороший удобный карабинчик для сцепления двух перчаточек вместе. То есть он не мешает, опять же таки, нигде там, ну, не болтается, не длинная, как там в горнолыжных там разных перчатках. И третье как бы их достоинство тоже. Очень хорошая штука, это вообще как они сидят на руке. Сейчас я продемонстрирую. То есть на самом-то деле перчатки как второй слой, ну, вот кожи. То есть как второй слой, реально хорошо очень облегают руку. Как вы видите, сейчас вторую надену. Вот так вот. То есть поправили, все. Реально, ну, нигде нету никаких там, я не знаю, там. Вот максимум вот это вот на пальцах, чуть-чуть, как бы больших пальцах, чуть-чуть буквально вот этот вот пиптик есть маленький такой. А так они идеально повторяют контуры вашей руки. Нигде ничего там не торчит, не, ну, не мешковица, ничего такого нету. То есть отлично очень сидят. Мне вот именно что в них нравится, что как бы вот рука в них чувствует себя как, ну, то есть как второй слой, вот реально как второй слой. То есть четко, идеально подходят под руку. За счет вот этого тянущегося флиса удобно сидят на руке. Раз уже надел, скажу маленький минус. Вот такая вот есть ситуация. Сейчас покажу. Наведется фокус. Как обычно, проблема с наведением. Вот, сейчас вот видно, вот здесь вот, вот этот вот гелевый, как бы, гелевое покрытие уже как бы чуть-чуть лопнуло. То есть оно дальше будет лопаться еще сильнее.
Ну и как бы в некоторых местах оно будет слазить, вообще вот эти вот штучки послазят. Это, ну, у меня такое было просто с прошлой моделью. Вот здесь вот. То есть, ну, для кого-то, может, это реально глобальный минус там. То есть, для меня это вообще абсолютно. Я сначала тоже переживал очень, даже пробовал там подклеивать по чуть-чуть его. Потом просто, ну, забил на это все дело. Со временем оно начало отходить, там почти во всех местах подходило. Я его легонечко просто, ну, сдер с перчаток, и все. Ну, как бы, вот этого всего не осталось покрытия. То есть, и, ну, оно никак вообще не контактирует там, оно просто наклеено, как бы покрыто, то есть сверху как бы на эту ткань, то есть ткань оно не деформирует вообще никак, то есть вот это вот то, что лопнуло здесь, сейчас опять наведу, то, что лопнуло вот здесь вот, вот видите, вот, то, что вот здесь вот там полопалось, как бы, оно никак вообще не касается самих перчаток. То есть со временем просто оно как бы станет более больше, как бы там где-то там начнет отходить, его срывается и все, никаких вопросов вообще не возникает. То есть для меня это вообще не минус. То есть я же говорю, что сначала начал переживать по этому поводу, но со временем как бы забил и понял, что, ну, так даже лучше, как бы поздирал, просто оно мне не нужно, поздирал, да и все. Для тех людей, которые как бы их будут смотреть с целью применения реально по прямому назначению, то есть как стрелковые перчатки в холодную пору года, это может быть проблема, потому что реально вот этот вот материал сам по себе уже не такой как бы цепкий, и там, ну, не знаю, может быть, оно там какой-то минус все-таки, там чуть-чуть маленький процент меньше, ну, лучшей цепкости к оружию как бы оно будет давать. Честно говоря, не проверял в них, как бы не стрелял, не знаю, как они себя ведут при, ну, при прямом назначении. Я их применяю просто как вот перчатки в холодную пору года, и вам всем рекомендую перчатки Black Hawk. Много хвалю, реально, вот почему? Потому что не потому что там мне заплатили эта компания, чтобы я похвалил. Повторюсь, я как бы купил их для себя за свои деньги. Вот, долго очень как бы копил эти деньги, именно потому что перчатки, ну, не из дешевых, они стоят 820 гривен, и то это я нашел самый, ну, самый такой как бы магазин, самый такой дешевой ценой на эти перчатки, то есть в основном там 920 и все остальное, то есть вот такие вот цены, 900 и дальше. Вот. Но они реально стоят своих денег. То есть я реально, ну, носил ту пару, не жалел вообще, просто вот потерял. И как бы, когда я их потерял, я понял, что я куплю себе такие же самые. А для сравнения цены, вот купил перчатки Columbia в прошлом году, как вот эти вот потерял. По скидке там в марафоне там у нас были какие-то бонусы. То есть купил там чуть ли не за 1/3 цены. Там, ну, недорого, в общем, купил. Я реально понимал, что это не постоянные перчатки. Так, взял на первое время, пока вот этих дождусь, купил вот эти вот Columbia. Так вот, я вот смотрел недавно, заходил в марафон, вот такие вот перчатки, сейчас покажу. Вот, перчаточки Columbia. Вот такие вот перчатки стоят 815 гривен у них сейчас. Чтобы вы понимали, да, здесь как бы есть типа там куча наворотов, то есть их вот этот вот, не помню как называется этот слой, ну, термоотбивающий, там сохраняющий как бы тепло внутри. Есть слой там, да, есть как бы вот эти вот вставочки для того, чтобы юзать там смартфоны, там планшеты, все остальное, не снимая перчатку, то есть даже такой вот значок есть. Вот, они стоят 815 гривен сейчас, но я вам скажу, во-первых, вот, они нифига не греют, во-вторых, вот, как вы видите, как они сидят на руке, то есть, вот это вот Columbia, то есть, за 815, то есть, цена одинакова, а, ну, на руке, вот, вы видите, как они, да, они тянутся, все, но не так тянутся, как те, они не облегают руку, как те. У них нет вот этой вот штуки, то, что я вам говорил, сразу как бы сюда попадает холодный воздух, там все остальное, или если вы играете там в снежке или в снегу как-то там оказались, то есть сюда сразу все нападает 100%. Вот. И что самое как бы главное, еще забыл сказать, вот в этих вот перчатках, что тоже очень хорошо,
Вот в этих вот сейчас посмотрю на этой еще руке, на этой еще перчатке не так. По-моему, нету такого ничего сильно. Ну вот можно чуть-чуть там увидеть. Если наведется, сейчас покажу. Не хочет, как обычно, наводиться. Вот, если видите, вот маленькие затяжки есть. Ну, они получаются, то есть, если активно там, допустим, их использовать с какими-то поверхностями, которые могут зацепиться за ткань, то сразу будут затяжки, их будет немерено просто. Вот здесь вот очень хорошо это видно. Вот. Вот здесь вот видно вот эти все затяжки. С этой стороны тоже видно затяжки, даже без фокуса, по-моему. Вот. Извиняюсь, что в таком виде. Сейчас я их только для дрессировок использую, потому еще не постирал. Ну вот видите, вот тоже, ну как бы есть реально затяжки, не буду полдня показывать, то есть обзор не на эти, собственно говоря, перчатки. Я вам просто для сравнения вот показываю, вот это вот перчатки по ценовой политике, такие же самые, как Black Hawk, только они, во-первых, на руке сидят вообще никак сидят на руке, то есть намного хуже, чем вот эти. Во-вторых, у них ткань вообще очень слабенькая, то есть она буквально при какой-то контакте с какой-то липучкой там, вот, при какой-то там контакте с каким-то, ну, деревом там, за усеницами, там сразу будут затяжки пускать. И, ну, вот вид они теряют моментально, буквально я там их поносил чуть-чуть, они вид сразу теряют, и уже как бы они не выглядят даже на 200 гривен. Тех, за которых я их-то приблизительно купил. И что самое главное, они нифига вообще не греют. Может, они позиционируются как первый слой под, ну, там, под рукавицы какие-то горнолыжные. То есть вот эти вот одеть, потом сверху еще там как бы горнолыжные какие-то там перчатки такие большие, массивные одеть. Тогда может быть. Ну, не понимаю, честно говоря, даже такого использования, потому что они не облегают руку. И они уже как бы, ну, не очень хорошо сидят. То есть вот это вот все дело. А если сверху еще надеть, то чувствительность вообще пропадет. Руки вы вообще не, ну, не будете понимать, что вы держите в руке. То есть там элементарно не сможете там палок лыжных как бы держать. Вот. Ну, такие вот вещи. То есть вроде как бы перчатки тоже там Columbia, все очень крутая фирма. Все такое, то есть и там по цене тоже неплохо, но на самом-то деле они даже в подметке не годятся вот этим вот перчаткам. Такие вот дела. Вот если хотите посмотреть еще раз, как они сидят, сейчас мы чуть-чуть вот так вот сделаем, да. Вот так вот они сидят как бы на руке, то есть вот так вот получается все происходит, то есть то, что я говорил, чуть-чуть дальше заходит. Если у вас куртка, то, ну, нету открытой участка. Даже если вот так вот повернете там полностью, да, то есть вот-вот только начинает этот самый показываться. И то у меня сейчас согнута еще плюс рука, то есть тянется еще сама куртка чуть-чуть. Поэтому вот такая ситуация. Так они полностью покрывают вашу кисть, даже чуть-чуть вот руки как бы закрывают. Вот, ну и самое главное, еще раз скажу, это реально они греют. То есть это действительно перчатки для холодной поры года. То есть перчатки, которые действительно согреют вашу руку. По размерам я сказал, то есть тех, у кого M, можете брать смело S, они отлично как бы подходят. То есть сейчас я просто не помню уже, как те M-очки сидели на мне. Не могу сравнить как бы по ощущениям. Вот, но сейчас вот никаких вопросов вообще не возникает. То есть я не скажу, что, допустим, вот здесь я не могу до конца дотянуть, то есть здесь мешает, как бы не скажу, как бы, то есть они отлично сидят на руке, потому у тех, у кого M, смело можете брать S-ку, никаких вопросов нет. У тех, у кого больше, чем M, смело берите XL, они реально как бы стрейчевые, полностью тянутся везде, как бы, то есть они нормально сядут на вашу руку.
Вот такой вот обзорчик по перчаткам. Может быть, что-то забыл сказать. Если будут какие-то вопросы, как всегда, пишите в комментариях к этому видео. Вот. Кому понравилось, конечно же, подписывайтесь на канал. Я еще буду много таких интересных видео разных размещать. О всех интересных вещах, которые я буду покупать и действительно буду понимать, что они классные, стоят своих денег и стоят того, чтобы сделать на них такой вот обзорчик. Я в любом случае буду снимать обзор, выкладывать на этом канале. Так что подписывайтесь. На этом все. Еще раз, это перчатки Black Hawk Cool Vision Shooting. Реально отличные перчатки для холодной поры года. Все. Всем спасибо за просмотр. До встречи на канале.